получается, сегодня, завтра Новый год, и они стоят вот такие вещи, я не знаю, как их назвать. Получается, из дома выходить нельзя. Если из дома выйдешь, ты миллион штраф, это 15 тысяч. Музыку слушать нельзя, громко говорить нельзя, шуметь нельзя. Все люди дома сидят, некоторые не кушают целый день, и не пьют. И целый день вот так лежат. И даже, кстати, аэропорты ничего не работает, абсолютно ничего не работает. А вот что с ними делают, я потом, вот не знаю, скорее всего, жгут.